Автобусный парк номер 2 продолжает корректировать расписание и маршруты городских автобусов, исходя из пожеланий населения. Проводится общественное обсуждение, звонки поступают на горячую линию предприятия. Обо всех изменениях сообщают в телеграм-канале АП2 и через средства массовой информации. Только на текущей неделе стало известно, что по новому расписанию будут ездить автобусы номер 5, 7 и 16. Кроме того, дополнительные рейсы по будням и выходным дням организованы на маршруте номер 6, который доставляет пассажиров в микрорайон Заречный. Найти обновленные информационные таблички можно на остановочных пунктах города.